что идут широким фронтом, прорвали, ну, я имею в виду, хохлы прорвали оборону, идут широким фронтом. И вполне себе журналисты со статусом впали в невменяйку, впали, в общем, в такую абсолютно непростительную для взрослых людей истерику. Расквартировываемся, и в ближайшее время мы будем уже выполнять боевую задачу. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма. Хронологія болю та страждань, неймовірних пекельних борошун і СВО на території Російської Федерації. Про все, як завжди, я розкажу по черзі. Ви ж тим часом не забувайте нас підтримати своїм лайком, коментарями і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Так вже сталося, що на Курщині й досі неспокійно. З одного боку вийшов окупант, той, що нібито робить вигляд, що керує тимчасово окупованою Ічкерією. Ну, той, що Рамзан Донкадиров і каже: «Дорогі росіяни, Дон, Дін Дон, ми швидко Дон, не зможемо Дон, деокупувати Дон, Курську область Дон, поэтому Дон, 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 потерпіть пару днів». Тобто, один із воєнних злочинців сам розписується в тому, що Росія нині не контролює шмат своєї території. Але для нас найголовніше, що ж там несеться, а не які роблять заяви псевдочиновники. Люди, як завжди, бідкаються, суетяться, бігають, просять про евакуацію та порятунок. Соседний дом от нас с Димоном ебануло. Это пиздец. Просто пиздец, нахуй. Смотрите, блин. Магазины разнесло. Всю хуйню. Вот так у меня, братцы. Сетки нету. Блять. Пизда, вообще очко ебать. Да, нет, да. Ну нахуй! Пизда! Ебать! Уёбан! Уёбан! Да ну его нахуй, слышь! Пизда! Это просто пиздец, нахуй! Блядь, она как уебала возле нас, нахуй! Да ебать! Давай, давай! Вики, подъезд сюда, быстро! Вики, подъезд, быстро, прямо! Мама! Выдержим, блядь! Мы находимся в лесах Курской области. Сюда для отражения прорыва противника прибыл легендарный батальон «Пятнашка» добровольческого корпуса Российской Федерации. Сейчас подразделение только расквартировывается, но уже в ближайшее время приступит к выдавливанию противника за пределы Курской области. Ну и, конечно же, первое подразделение, куда я пойду, это наш штурмовой отряд «Сарматы». Там служат ребята, выходцы из Осетии. Это именно штурмовое подразделение, которое сейчас расквартировывается и уже очень скоро приступит к штурмовым действиям. Мы находимся в Курской области. Прибыли для отражения атаки врага. Мы
в составе 15-й палестинский батальон «Сармат». Это штурмовое подразделение, и мы будем выдавливать противника из территории Российской Федерации. Мы сейчас расквартировываемся, и в ближайшее время мы будем уже выполнять боевую задачу. Дикая дивизия Донбасса, отряд «Шир», позывной «Мага». Отличается тем, что у нас многонациональный мусульманский отряд, но тем не менее у нас и православные, и представители всех других вероисповеданий. И независимо от вероисповедания и наций, мы воюем все вместе против нацизма и продвигаем интересы России и защищаем народ. Позывной «Мпика», командир штурмовой группы. Вот, приехали помочь Курску отбить все клячьи налеты. Пока занимаемся подготовкой, снаряжаемся, ждем приказа от нашего командования, чтобы приступить к выполнению задачи. Но я думаю, это долго не займет. Сейчас возьмем их в окружение, возьмем много пленных, выдавим и пойдем дальше работать, выполнять свое дело. Хорошо. Да. Нихуя себе, блядь! Не успел, ну взрыв! Весь сняла! Блядь, дыма сколько, ебать! Чего звука не было? Сейчас дойдем. Он далеко. Охуеть! Нихуя! Заработала сигнализация. Мы продолжим свою работу. Пойдем. Видны следы от поражающих элементов, ну и буквально изрешечено машинам осколками от ракет. А знаєте, що найцікавіше ми фіксуємо? Ну, по-перше, раптово і геть неочікувано у відпустку відправився Соловйов. Ви ж знаєте, ми дуже пильно за ним слідкуємо і знаємо, що цього літа він вже відпочивав, тож він вирішив піти у відпустку вдруге. Далі, нещодавно із відпустки повернулася Маргарита Сіманян. Але, незважаючи на свою активну роботу, її щось ніде немає. Телеграм мовчить, публічних виступів, якихось великих текстів немає. Таке враження, що тотально пропаганда не отримала якусь одну конкретну методичку, бо тупо ніхто не знає, що несеться в Курській області і що буде далі. Тож, тепер вдвічі приємніше споглядати за тим, як вони розгубилися, потопили очі і навіть не знають, як все це пояснити. Курском, давайте... Ну, вот сейчас давайте пришло... Воронеж сначала. Давай Воронеж, да. Потому что там есть обновление. Над Воронежем сегодня тоже атака беспилотников большая. Больше 10 их сбили над территорией города. Работало ПВО. В результате падения осколков БПЛА... В результате падения осколков БПЛА повреждения зафиксированы административного здания коммунального объекта. По предварительной информации пострадавших нет. Данные по повреждениям уточняются. Это официальный телеграм-канал губернатора Гусева. Режим опасности беспилотников сохраняется. Работа по вражеским дорогам продолжается. Но опять же, перед Курском только что пришло сообщение от губернатора Белгородской области Гладкова. Сообщает, что 2 населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Обошлось без пострадавших.
В поселке Малиновка Белгородского района в результате сброса взрывных устройств беспилотника в одном частном домовладении выбиты окна, посечен забор. Также повреждены три легковых автомобиля. В селе Березовка Борисовского района дрон «Камикадзе» атаковал двухквартирный дом. В результате загорелась крыша. Сотрудниками МЧС возгорание оперативно ликвидировано. В доме повреждены остекление, кровля и внутренняя отделка. Это официальный телеграм-канал губернатора Гладкова. Ну и Курск, собственно, большая атака на Курск была. Работали наши ПВО, ну и обломки ракет, к сожалению, упали на многоквартирный дом. Вот так вот, собственно, здание выглядит. Типичная девятиэтажка, которая есть в каждом городе, в каждом российском микрорайоне. И все прекрасно понимают, обломки ракет упали на крышу, на балконы, повреждения. Ну и еще во внутреннем дворе, там же, собственно, начался пожар, загорелись машины, которые находились в этот момент около дома. Выходной день, парковка, как всегда, полная, ну и тушение продолжалось несколько часов. Ну, в МЧС России уже сообщили, что в девятиэтажном доме выбиты окна, повреждены балконы, несущие конструкции дома не повреждены. Происходило горение нескольких автомобилей, распространение огня не допущено, пожар ликвидирован, 15 человек спасено, 30 эвакуировано. На месте работали вот ночью более 40 человек личного состава, 10 единиц техники. Ну и что касается пострадавших, то известно о 13 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, они в больнице. Остальных жителей эвакуировали в загородный лагерь, в пункт временного размещения. Да, ну и, собственно, работы продолжались на месте всю ночь. Пожарные определяли с помощью специальных комплексов устойчивость дома. Не допустили большого возгорания. Всю ночь шла так называемая проливка и будет продолжаться, собственно, еще несколько часов. Только после этого можно будет сказать, устоит дом или нет. Сейчас вот еще поставлю свежие кадры, которые мы получили этой ночью из Курска. Ну, во-первых, давайте отправимся в сами дома. Наш специальный корреспондент Георгий Мамсуров работает непосредственно в Курске. Вот так выглядят балконы дома изнутри непосредственно, куда прилетели обломки. У некоторых людей, видите, еще даже новые стеклопакеты стоят, не убрали упаковку. Но очень много стекла везде, железа и маленьких шрапнелей, которым были начинены, что называется, эти ракеты, которые посекли не только окна, там, балкон или еще что-то, но и даже в дома. Вот, собственно, что рассказывают жители. Арматура напилена, два кусочка. Мы уже так убрали здесь. А чего этот? Закрыли, вот. И вон они лежат, вот они. Вот они окно здесь выбили. Вот они, можете снять. Вот они, два осколка, вот они. Покажите еще раз. Вот они. Вот, куда они прилетели, вот они, видите, в стену. А вы где были? Она спала. Это еще, смотри. Балкон весь посечен. Вот, видишь. Вот они. Соловьев лайф. С Артоном был? Вот они. Задержала. Она не надо, я плохо выгляжу. Тут склянок. Да, тут окно просто мы забили, да, ну, чтобы это не дуло пока. То есть окно выбило сюда. И вот они осколки, видите. Как ее не убило, не знаю. Вообще. А что сказать? И там все побоялось. И его на балкон может. Там все, вот этот весь край. И вот. Ну что? Ну, вот так вот удобнее, вот так. Видно, да, видно. А расскажите, пожалуйста, вообще, что слышно было, как вообще это? Грохот. Как вообще? Я спала. Грохот и пожар. Я спала. Что слышали? Расскажи. Грохот слышала. Я спала, смотрю, выбилась вот эта стена, и там пожар. Все. Больше я ничего не... Что сказать, что... Ну, действительно, люди, во-первых, напуганы, потому что не каждый день к тебе прилетает в дом осколок ракеты. Такая вот обстановка, собственно, была непосредственно у дома и у нескольких домов в городе, потому что осколки не только конкретно в этот дом прилетели, но, конечно, часть района обесточена,
часть людей отправилась к родственникам, друзьям переждать эту ночь в лучших условиях. Часть людей разместили в пунктах временного размещения, которых в Курске за последние дни появилось достаточно большое количество. Ну и вот стекла выбиты не только в жилом доме, но и в соседних зданиях, соответственно, тоже. Вообще, ты вот обратил внимание, как с этими осколками, то, что в прошлом видео показывали, да, кому прилетело, вообще в противоположную стену осколки попадали. Там же довольно далеко от окна, вот не дай бог, человек мимо проходил бы и так далее. Поражающие элементы, очевидно, что в Курске нету такой концентрированной, вот они могут что угодно говорить, в Курске нет концентрированных сил Российской Федерации, но где-то в одном месте, чтобы вот так вот наносить поражение, там, я не знаю, по полигону или еще куда-то. Это прямая атака на мирных жителей. Да, да. И, собственно, мирные жители действительно испугались сегодня ночью. Вот что рассказывают жители этого дома. У нас первый этаж, мы сидели у нас в коридоре. Ну, вот все с одного подъезда. Да. Там вообще... Не выпускали, да, на случай повторного удара? Да, того. Вдруг это стена такая была. И ударов же было много сначала. Вот, вот что интересно, было много ударов. Мы как, ну, а? Знаете, как обычно. Да, это они, бабах, да и все. Ты как, просыпаешься, ага. Потом бабах опять, а потом как, долбануло. И это волна была. Это все. Прям да. Волна такая. Мы в коридор вовремя выбежали. А что вы чувствовали в этот момент? Угу. Мы страх. Мы чувствовали, что делать. Да. Чемоданчики ж не все собрали. Не все ж собрали. А сейчас куда собираетесь? Ну, кто куда. Кто? Ваш дом сильно пострадал? Очень. Честно сказать, я даже туда не выходила. Да, я даже на фасад это не смотрела. Что там было? Даже не знаю. Я не знаю. Я лежала, телевизор смотрела и бабахнула. Вот, в окно, в балкон и в окно. Все затряслось. Не могу. Я так переживаю вообще. Родственников никого нет. Подскажите, пожалуйста, а почему не хотите эвакуироваться и поехать куда-то? Да куда поехать? У меня, вообще, кот там, кот у меня там. А я не успела его забрать. Это так быстро. А у вас как жилье пострадало? Да, окно выбило в зале и балкон весь развалило. Но грохот был сильный? Это... Сильный, очень сильный. У меня ж все двери пооткрывались, и в стенке, и все, и на кухне, и все стало, и, по-моему, холодильник. Ну и действительно, решение о том, что делать с домом, будет принято уже в течение сегодняшнего дня. На месте работают и представители власти, и специалисты от МЧС. И, собственно, вот что в своем телеграм-канале пишет в Рио губернатора Алексей Смирнов. На месте падения на многоэтажный дом обломков сбитой ракеты в Курске работают все оперативные службы. К несчастью, за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек. Два из них находятся в тяжелом состоянии. На месте работают несколько бригад скорой помощи. По поручению губернатора на место выехали заместитель главы региона, в Рио министра здравоохранения. Ну и полное обследование дома будет проведено только как позволит обстановка. Алексей Смирнов, в Рио губернатора Курской области. Так, ну, во-первых, давайте вообще по ситуации в регионе, потому что были же вбросы этой ночью по поводу других населенных пунктов, в частности, Слобода-Белая, Беловский район, Курская область, информационно обрабатывалось, что чуть ли не моментально почти сдали вооруженным силам Украины, хотя это не так, это совсем не так, вернее. Но это совсем не так, действительно. Приходили сообщения, потом приходили и официальные опровержения, никаких там нету войск, то есть ДРГ работать, собственно, рядом с Белым может, но это 10 человек, которые, знаешь, заходят, постреливают и так далее. А сообщения приходили о том, что идут широким фронтом, прорвали, ну, я имею в виду, хохлы прорвали оборону, идут широким фронтом. Ничего подобного такого нет. Это работает украинское ЦПСО, работает изо всех сил. Ну, давай еще раз пока. Внимание, так сказать, профессиональной среды. Ну, во-первых, потому что война в Белгородской области продолжается с мая уже 2022 года, и в последние 6-8 месяцев атаки
ВСУ на белгородские села, города. Непрерывно это и обстрелы, и бомбежки, и гибнут люди, и идут абсолютно полноценные настоящие боевые столкновения. Поэтому расширение географии, ну, до какой-то степени там зацепилось за сознание профессионалов, которые, естественно, вот военной информацией занимаются профессионально и плотно, но с точки зрения общего информационного фона нет. Но к вечеру стало понятно, что это не просто нападение, это не рейд, это не какая-то атака ограниченного масштаба. И тут еще сдиссонировало, конечно, и вот это вот первое официальное сообщение Минобороны. То есть вот все, знаете, как совпало неудачно. И произошел просто вот какой-то эмоциональный взрыв. Профессиональная медийная среда. Это моя субъективная оценка. Кто-то может не согласиться с этим. Причем я даже уверен, что довольно большое количество моих коллег с этим не согласится, а кто-то даже оскорбится. Но я бы сказал так. На несколько дней довольно многие и админы телеграм-каналов, и вполне себе журналисты со статусом впали в невменяйку. Впали, в общем, в такую абсолютно непростительную для взрослых людей истерику. Да, было абсолютно ничего непонятно, практически не было никакой достоверной информации, и наше информационное пространство примерно на сутки, даже где-то около полутора суток это продолжалось, было полностью отдано на откуп фейкам, слухам, панике. Это довольно быстро прошло. То есть я бы не стал бы переоценивать, ну, вообще происходящее в медиа-среде. То есть оно, конечно, влияет на определенный слой населения. Но, во-первых, это не 50, 60, не 80, не 90%, как некоторые думают. А это точно имеет крайне ограниченное влияние на тех людей, которые заняты настоящей ежедневной работой. Это и бюрократия, это чиновники. В таком как бы буквальном полном смысле этого слова это вообще никак не влияет на армию, на самом деле, на военных, которые ежедневно делают свою опасную работу. Это существует вот в некоем пространстве. Это не нужно недооценивать. Когнитивная война существует. И за 2,5 года мы, в общем, вполне себе осознали, что это не просто, в общем, такой какой-то высосанный из пальца непонятный термин. Киев вообще свою политическую стратегию строит именно на инструментах когнитивной, идейной войны. Но это же не игнорирует и не отменяет, так сказать, физической реальной жизни. И вот если возвращаться к этой реальной жизни, то то, что началось 6 числа в Курской области, то, что потом было названо масштабной провокацией вооруженных сил Украины, это нападение, это рейд, это набег. Пацаны пришли к успеху, без сомнений. Я не знаю, насколько, конечно, можно этим успехом гордиться. Да, как говорят, все пиар, кроме некролога. Но мне кажется, что все это найдет рано или поздно, особенно после вот этого бешенства, которое мы наблюдали в течение нескольких дней, продолжаем наблюдать. Может быть, еще одна волна сейчас пойдет. Это достойно самого пристального внимания со стороны соответствующих компетентных органов. Потому что мне кажется, что поскольку сами они не остановятся, и мы понимаем, что это приносит большие деньги, то их нужно, наверное, помочь им это сделать. Просто для того, чтобы их немножко даже сохранить. Потому что в противном случае мы понимаем, что они окончательно расчехлятся, окончательно явят себя как просто враги нашей страны, и уже нужно будет поступать с ними по законам военного времени. Поэтому для того, чтобы их все-таки сберечь, нужно вовремя поставить им разного рода препоны и преграды. Поэтому я еще раз напоминаю, соблюдайте правила информационной безопасности.
правила информационной безопасности, пожалуйста. То есть, если наши проверенные источники сообщают ложь, если наш источник в администрации президента в Кремле сообщил 100% ложь, просто сразу, понимаете, если анонимный канал ложь и так далее, сразу просто выключаем, отписываемся, сохраняйте свое психическое здоровье нетронутым. Постарайтесь, чтобы эти люди не втянули вас в свой схематоз. Нет. Потому что их задача сделать вас своими болельщиками. Чтобы вы сначала начали читать и ужасаться, потом вы побежали и понесли это дальше, чтобы вы начали это распылять. Как любой инфицированный больной какой-то заразой, он начинает эту заразу разносить, хочет он этого или не хочет, и дальше, в конце концов, чтобы вы начали все это обслуживать. А после этого вам нужно вбросить, ребята, а надо же помочь, а вот вам счетик, и давайте присылайте, и дальше пошло-поехало. Именно так действуют вот эти вот звоночки, вы знаете, всяких служб безопасности, а сначала они пугают, приводят в панику, а потом говорят, если вы хотите успокоиться, вот счет, туда нужно перевести все деньги. Ровно такая же методология. Абсолютно ничего здесь не меняется. Поэтому все сразу вот это нужно выбрасывать, отписываться, прекращать с ними иметь дело. И вы сразу почувствуете, как все изменилось, включая картину мира. Так что это просто вот мой вам совет как опытного человека. Так что я как раз вот мне, я очень рад, наши зрители как раз пишут, вот я взяла за правило, никогда не пишу в сетях, очень благодарна за ваш чат-бот. Посоветуйте людям писать в чат-бот. Да, пишите, кстати, для этого он и существует, чтобы мы могли с вами общаться и чтобы мы могли на ваши вопросы вовремя при необходимости отвечать. Потому что здесь как раз об этом речь идет. Когда YouTube и Telegram закроют, невозможно смотреть. Ну, если закроют Telegram, то вы перестанете писать в чат-бот. А кроме того, всего прочего, понимаете, давайте не будем забывать. Вот уже были эти разговоры. Ах, как хорошо, чтобы закроют YouTube. Давайте не будем принимать миллионы людей, которые ходят в YouTube для того, чтобы посмотреть лекции, для того, чтобы посмотреть советские старые фильмы, для того, чтобы показать детям хорошие мультфильмы, для того, чтобы поучаствовать в тренингах. Давайте не будем их записывать в союзники дудей. Далі буде. Не сумнівайтесь і не поспішайте своїм дітям купувати все до школи, бо купите старий якийсь атлас, а доведеться від руки домальовувати Курщину. І не забувайте, друзі, обов'язково коментувати, почути і побачене. Звісно, лишайте нам лайк для того, аби всю правду про події на фронті, який тепер який великий, знало якомога більше людей. І, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!